В середине марта в выставочном центре «Крокус Экспо» проходил целый ряд профессиональных выставок, посвященных технике, снаряжению и оборудованию для спорта и активного отдыха. Прежде всего, это московское «Боут-шоу». Отдых на воде пользуется неизменной популярностью. Катера, яхты, моторные лодки, гидроциклы вызывают неподдельный интерес как у российской, так и у зарубежной аудитории. В связи с этим растет спрос на сопутствующие товары, аксессуары и услуги. Яхтенные школы, транспортировка яхт и катеров, навигационное оборудование и многое другое. В этом сезоне для владельцев техники для активного отдыха, в том числе яхт, катеров, моторных лодок, мы подготовили интересные новинки под торговой маркой «Беркут». Это портативные мини-помпы для перекачки технических и топливных жидкостей. Еще одно традиционно яркое и захватывающее событие – выставка «Охота и рыбалка». Целая феерия мужских увлечений. Выставочная площадка условно разделена на несколько тематических разделов. Охотничье и рыболовное снаряжение, охотничьи и рыболовные туры, техника для активного отдыха. Проект «Охота и рыбалка» ценится посетителями за то, что здесь можно не только увидеть образцы широкого спектра продукции, но и попробовать, протестировать их непосредственно на себе. Термоодежда, рюкзаки и сумки, специализированная оптика, блесны ручной работы, сети, катушки, поплавки, удочки, фидеры, спиннинги, поплавочные снасти, литература о рыбалке и охоте, все виды прикормки, палатки, мобильная мебель для походов и многие другие аксессуары для активного отдыха. Я проехал миллионы километров по дорогам и бездорожью, и компрессор «Беркут» меня ни разу не подвел. Эта модель торговой марки «Качок» очень популярна среди девушек-автолюбителей. Имеет яркий дизайн и удобный цифровой манометр. Выставка «Велопарк» – это не только экспозиция товаров велоиндустрии. Это место встречи производителей, дистрибьюторов, ритейлеров, а также представителей профессиональных медиаресурсов, велосообществ и ассоциаций России. Здесь демонстрируются сезонные новинки, проводятся специальные мастер-классы, семинары и конференции, посвященные велоиндустрии, велоспорту, велопроектам и велотуризму. Для любителей велосипедного отдыха от торговой марки «Беркут» вас ждет большой интересный сюрприз. Это первый в мире велосипедный насос, работающий от встроенной литий-ионной батареи. От одной зарядки он может накачать 8 велосипедных колес. Это хватит на большую спортивную семью. Посещайте ежегодные выставки снаряжения для спорта и активного отдыха, знакомьтесь с новинками, держитесь в курсе событий этого увлекательного, захватывающего мира. До встречи на выставочных площадках!